Всем привет, на связи IT District. В сегодняшней топ-подборке тем по оформлению сайтов на движке WordPress мы поговорим не только о оформлении онлайн-кинотеатров, но и о создании видеосайтов, видеоблогов, то есть сайтов, у которых контент оформляется в формате видео. Итак, я отобрал для вас 6 самых лучших тем оформления WordPress для создания сайтов с видеоконтентом. На две темы даже из этой подборки у меня сняты 2 курса, и они довольно-таки свежие. Ссылки на все темы оформления будут в описании. Итак, поехали. 6 место в моем топе занимает тема, которая называется «Finmudio». Эта тема больше всего подходит для оформления либо видеоблога, либо видеосайта, то есть сайта, на котором вы можете выкладывать какие-то свои видео или делать какие-то заметки в формате видео. Здесь имеется очень интересный слайд и возможность оформления видеоконтента самым различным образом. В общем, это идеальное оформление видеоблога или как дополнение вашего YouTube канала. На 5 месте расположилась тема под названием «Онлайн-синема». Это уже некоторый гибрид между простым видеосайтом и онлайн-кинотеатром. Это решение завоевывает наше внимание своим классным дизайном и возможностью отображения удобного вертикального навигационного меню. Чуть-чуть не дотянуло до тройки лидеров решение, которое полностью подходит для создания онлайн-кинотеатров, это MovieLine. Эта тема имеет отличный дизайн, интересный макет построения главной страницы. Теперь нашу тройку лучших тем оформления онлайн-кинотеатров на системе WordPress открывает решение Gaming Mag. На эту тему я в январе 2020 года снял обучающий курс, ссылка на этот курс будет под видео. Тема имеет крутейший дизайн и неповторимый макет. На этом сайте можно многогранно выбрать возможность построения главной страницы. Вот так будет выглядеть ваш будущий сайт. Наш серебряный призер – тема под названием Movie Pro. Это очень крутое решение. Скажем так, это тема новейшего поколения. Тут не нужно лишних слов. Давайте просто полюбуемся этим великолепием. Ну и наш лидер – тема под названием Ingmag. В феврале этого года по этой теме был снят курс «Онлайн-кинотеатр версия 2.0». Здесь очень круто представлен контент на главной странице. Кроме того, мы имеем 2 варианта оформления карточек с фильмами. Можно оформить вот так. Или вот так. А эта тема, в отличие от тем, находящихся 6 по 3 место, разработана не как блог, а именно под онлайн-кинотеатр. Поэтому я считаю ее лучшим решением. Кроме того, эта тема имеет возможность в автоматическом режиме загрузить все настройки, что позволяет не возиться с данным решением при создании вашего онлайн-кинотеатра. Вот так выглядит мой топ лучших тем оформления киносайтов на движке WordPress. А на сегодня у меня все. Если вам понравилась эта подборка, то ставьте лайк. На связи был IT District. До встречи на следующих эфирах.